гель Ceramide Skin Saver из серии Selective. Название гель не совсем полностью отражает основные свойства данного интересного средства. На самом деле это масляно-силиконовый такой барьерный препарат. Для чего используются вообще подобные средства? Как правило, они нужны либо для того, чтобы защитить кожу, фактически создавая эффект искусственной кожи, но дышащей, естественно, не мешающей газообмену естественному, если на кожу воздействуют какие-то агрессивные факторы окружающей среды, например, перепады температур, мороз и так далее. То есть подобные средства могут использоваться как колд-кремы вместо колд-кремов, хотя кремами они, по сути, не являются. Это безводные препараты, которые содержат смесь масел. Ну, в данном случае здесь еще биоцерамидный комплекс добавлен, витамин F, бисабалол. То есть есть активные компоненты, которые восстанавливают вообще целостность гидролипидного барьера, в основном его липидную составляющую, и восстанавливают барьерную функцию. Но при этом силиконы помогают, как говорится, без добавления воды осуществить вот это воздействие на кожу. И то есть это не крем, здесь нет эмульгаторов, здесь есть только масла и силиконы, и активные компоненты. На самом деле очень много предвкушаю вопросов относительно страха перед силиконами. На самом деле все не так. Конечно же, силикон – это один из самых инертных компонентов, которые только можно себе представить. Недаром, как говорится, они даже используются в качестве протезов, например, грудных желез и так далее, потому что они не агрессивны к организму человека. В данном случае используются силиконы такие, как цинтопентасилоксан, то есть это летучий силикон, и силиконовый полимер диметиконол. Эти два силикона, они дают эффект такой шелковистости, они убирают жирность самих масел, что позволяет использовать это средство, например, при любом типе кожи, позволяет обойтись в текстуре без воды и как раз дают вот такую специфическую текстуру средства, которое похоже на гель, но по сути гелем, потому что мы себе представляем, что гель это все-таки водный какой-то препарат, гелем не является. Из активов в данном средстве основное – это биоцерамидный комплекс с фитостеролами, с холестеролом, с добавлением бисабалола в качестве активного тоже ингредиента, который как заместительной терапией работает, да, то есть восполняет недостаток собственных церамидов нашего эпидермиса. Масла, а здесь на самом деле такой очень большой набор масел, масло авокадо, масло зародышей пшеницы, масло виноградной косточки, масляный экстракт календулы, масло органы. То есть это все такие классические, уходовые и увлажняющие, и питающие кожу масла. И витамин F, который представляет собой смесь незаменимых жирных кислот, тоже способствует именно восстановлению репаративной функции кожи. То есть данное средство используется, исходя из состава, как барьерное, то есть чтобы защитить кожу от мороза, например, как постпилинговое, когда уже после агрессивных процедур образуются корочки, чтобы смягчить кожу и лучше перенести комфортный реабилитационный период. Во время пилинга такие средства используются для того, чтобы замаскировать и заизолировать от кислот, например, какие-то чувствительные зоны, например, зону вокруг глаз, зону губ. И, кроме всего прочего, естественно, такая текстура будет отличным вариантом по уходу за кожей, например, атопиков, то есть с атопическим дерматитом или с какими-то еще проявлениями сухих дерматитов, когда нам нужны именно какие-то барьерные средства. Соответственно, использовать можно сколько угодно раз в день по необходимости. Если мы используем, например, на жирной комбинированной коже подобные средства с маслами, нам нужно уделить внимание
вечернему умыванию больше, да, то есть мы можем смывать подобную текстуру при помощи двухэтапного умывания, например, с использованием гидрофильного масла или просто хотя бы два раза умыться с гелем. Смывается он достаточно легко. Вот, и отлично тоже использовать этот препарат для ухода за сухой кожей губ, кутикулы, локтей, вокруг глаз, там, где изначально кожа испытывает недостаток в собственных липидах. Таким образом, церамидный гель SkinSaver – это must-have для обладателей сухой кожи, это барьерное средство от мороза, это средство, облегчающее реабилитационный период после пилингов, это средство для ухода локального за какими-то участками кожи, которые излишне пересушены или в процессе заживления находятся после повреждений. То есть такой как бы палочка-выручалочка, средство-сос. Безводный, на масляно-силиконовой основе. Кроме того, гель Ceramid SkinSaver содержит антиоксиданты, это витамин А и витамин Е.